Тебе нужно подготовиться к путешествиям. Это опасно. Купи здесь то, что тебе нужно. До свидания. Добрый день. Твои вещи здесь никто не тронет.
Пожалуйста, помоги мне. Странная болезнь поразила жителей Тигеи, и меня отправили за лекарством. Оно у меня в повозке. Но сатиры, возглавляемые свирепым вожаком, перегородили дорогу. Thank you.
армия спартанцев. Да, ты встретишь их дальше по дороге. Они разбили там военный лагерь. Путь свободен? Отлично. Я думаю, мне нужно поспешить. Вот, это тебе за помощь. Ожерелье! О, да благословит тебя Гера! Вот, благодаря тебе у моей дочери снова есть приданое. Можно готовиться к свадьбе, да благословят тебя боги.
Генерал Леонид? Он здесь. Но он не разговаривает с незнакомцами, явившимися без приглашения. Я же сказал тебе, что он в лагере. Рядом с его шатром установлено знамя. Я тебе уже говорил, иди дальше и найдешь его. Мне вполне хватает покупателей спартанцев. Быстрее, что ты хочешь? Прощай. Да, посмотри. Приходи снова. Формулы! Формулы для артефактов. Спасибо. Я скажу тебе правду. Я только что присоединился к Леониду. Мой отец благословил меня, дал мне свой щит и копье. И я оказался здесь быстрее, чем это удалось бы самому Гермесу. Я вот что скажу. На нас уже нападали. Македонцы, персы. Но человек может бросить оружие и сдаться. А эти чудовища умирают, но не сдаются. Стой. Гражданским лицам не о чем разговаривать с генералом Леонидом. Особенно сейчас, когда он назначен военным консулом. Но... послушай, бешеный кентавр Несс убил нескольких христиан. Он скрывается в Пиланской долине. Сейчас мы не можем послать туда солдат. Убей эту тварь, и тогда я подумаю, что можно сделать. Thank you.
если я и беспокоюсь, то только потому, что Гиппий, наш старейший воин, сегодня утром спустился в долину, но так и не вернулся обратно. Он уже не молод, но думает, что так же силен и быстр, как прежде. Сначала мы думали, что враг идет из Коринфа. Мы выступили навстречу, но нас атаковали с разных сторон. С флангов, с тыла, ночью и даже днем. Пиланская долина позади тебя. Если же ты ищешь Леонида, он в спартанском лагере. Yeah.
Я совершал утреннюю прогулку и наткнулся на этих тварей. Когда я их прикончил, то решил немного отдохнуть. Будь осторожнее. В этой долине полно бешеных кентавров. Генерал Леонид – великий человек. Я готов доверить ему свою жизнь. Но я не понимаю, как победить чудовищ. С Гиппием все в порядке? Он там? Ха-ха-ха. Ну хорошо, я зря переживал за старину Гиппия. Вот, это тебе за труды. Так с Нессом покончено. Должен признаться, этого я не ожидал, ведь ты не спартанец. Можешь поговорить с генералом, только быстро. Леонид очень занят. Так вот, кто победил кентавра. А я думал, что только спартанец может справиться с ним. Ты здесь по просьбе Диомеда? Очень хорошо. Я пошлю несколько солдат на защиту деревни. Это уже не первая просьба о помощи. Повсюду кишат эти твари. И ленивые горожане, которые насмехались над нашей дисциплиной, теперь просят о помощи. В любом случае, эти чудовища проклянут тот день, когда они осмелились ступить на нашу землю. Отправляйся к Оракулу в Дельфы. Он должен знать, откуда взялись эти твари. Я бы отправил туда спартанцев, но они мне нужны в бою. Иди в Мегары и найди Тимона, моего старого друга. Он поможет тебе выбрать подношение для Оракула. И помни, храбрыми не рождаются, храбрыми становятся.